Всем привет! Сегодня на канале Телевели Kids челлендж, в котором участвуют Сонечка и Анжела, наши любимые кошечки, которые будут наряжаться в соответствующие цвета. Соне сегодня надо будет нарядиться в серебристый цвет, а Анжеле в золотистый. Ребята, посмотрим, как получится у наших кошечек. Они всегда очень любят участвовать в челленджах. Вы, я знаю, тоже обожаете челленджи. Тем более с нашими красавицами-кошечками Сонечкой и Анжелочкой. Соня уже успела на пробежку сходить, побегала наша кошечка. Теперь она чистенькая, сейчас покушает и будем наряжаться. Анжелочка с самого утра каталась на роликах. Ну и тоже сегодня участница нашего челленджа. Посмотрим, как же справятся наши кошечки. Сейчас вкусная еда наших красавиц. Наелись, Сонечка и Анжелочка? Уже почти наелись. Почистим зубки. И будете теперь красавицами, кошечками, которые будут наряжаться. Так, ну что, зубки готовы, блестят зубки у наших кошечек. Ну, переходим в наш любимый гардероб, потому что наши кошечки обожают наряжаться. У них много нарядов, и мы сейчас посмотрим, что же придумают наши кошечки. Сонечке, мне кажется, легче. У нее есть обалденное платье бриллиантовое, а вот у Анжелочки, ребята, посмотрим, что она выберет. Сейчас туфельки. Сонечка серебристые такие туфельки выбрала красивые, и золотистые ботильоны у кошечки Анжелы. А теперь очередь платья. И что же? Сонечка, наверное, ищет бриллиантовое платье, а у Анжелы есть вот такой вариант серого платья. И это серое платье некрасивое превратилось в вот такое золотое светящееся платье у кошечки Анжелы. Ну, ребята, продолжаем. Наши кошечки уже наполовину готовы. Осталось нам поменять шубку, цвет глазок и, конечно же, прическу и макияж. Так, обалденное бриллиантовое платье, шикарное золотистое платье и вот такие шубки, серенькая и золотистая, можно сказать, такая рыжая шубка у кошечки Анжелы и красивые прически. Такие светлые волнистые волосы, которые очень любят наши кошечки. Это самая любимая, наверное, прическа у кошечек. И у Анжелы будут волосы на одну сторону. Ну, в общем, образы почти готовы. Не хватает нам только макияжа, который и завершит образ наших кошечек. Конечно же, серебристая помада для Сонечки. Ведь у нее серебристый сегодня день, да? И у Анжелочки будет... Что мы... Вот... Золотистые тени классные, как раз по условиям челленджа очень подходят. Итак, завершают макияж наши кошечки. Смотрите, какие красивые реснички золотистые у кошечки Анжелы. Вот так желто-черные реснички будут у Анжелочки. И какая красавица Сонечка сегодня! Вот так были голубые реснички, стали черненькие, и макияжи наших кошечек готовы. И сейчас мы посмотрим на образы наших кошечек Сонечки и Анжелы. Классно получилось? По-моему, здорово. Кошечки, вы супер, постарались на отлично. Давайте-ка сделаем еще красивые террасы у вас, тоже подходящие под ваши образы, под серебристый и под золотистый. Ну вот, серебристый у нашей кошечки Сони ассоциируется со снежком серебристым. И у нее вот такая вот терраса в стиле зимней сказки и в стиле золотистого королевского дворца у кошечки Анжелы. Вот такие наши красотки. Серебристая Соня и золотистая Анжела, которые дарят вам, наши любимые зрители, свои фотографии. Посмотрим, какие фоточки получатся у Сонечки и у Анжелочки. Итак, самые первые фоточки ждем. Ну, какие будут у нас фильтры, фоны. И вот, смотрите, Соня уже сделала фотографию такую, серенькую. И такую золотистую кошечка Анжела сделала. Отлично. Давайте что-нибудь еще повеселее сделаем. Еще несколько фотографий, даже одну нам хватит. Вот такая у Сонечки зимняя сказка. И такая радужная на фоне Парижа наша очаровательная кошечка Анжела. Ну,
Ну и вот радуются наши кошечки. И для вас, наши зрители, еще и обалденный танец наших красавиц. Смотрите, как они вместе танцуют. Наши блистательные кошечки. Классно, ребятки, обязательно поставьте лайк нашим кошечкам. Соня и Анжелочка очень старались для вас. Они вас очень-очень любят. И поцелуйчики от кошечек для вас, наши любимые зрители. Особенно для тех, кто поставил лайки. Для вас обнимашечки от наших обожаемых кошечек. Ну, на этом наш челлендж с кошечками заканчивается. По-моему, очень было здорово. Мне очень нравятся наши кошечки. Ну, на этом мы будем с ними прощаться. Спасибо, кошечки, и пока-пока!